Всем привет, ребят! Давно я уже не снимал прокачку топ-1 аккаунта, сегодня кучу добавили плюшек и словил опять очередной баг доната. Я не знаю, сейчас посмотрю, вам видно или нет. Вот внизу пишется, нельзя купить пак. Вот fail to make pressurize. То есть я не могу купить этот пак, я могу купить другие паки, а этот именно застрял. Я его купил первым, мне отсюда с этого пака самое нужное было это. Агенты, реагенты эти для прокачки суперпэтов. Один раз купил и все, и просто больше не можешь. И оно пишет, свяжитесь с IGG. Все остальные вроде покупают, я позабирал, я забрал вот такие вот паки, то есть я сделал накопление. Сейчас мы это все заберем. Вот такие вот плюшечки у меня на английском сервере. И сейчас мы пойдем с вами немножко покачаем силушку. Она качается здесь очень медленно, очень печально. Ну, потому что, во-первых, мы дошли до лимита. Сейчас единственное, что мне осталось, еще несколько героев перевести на десятки. Вот такие в итоге мы плюхи получили, но это не все плюхи, мы сейчас пойдем еще по акциям, покачаем скины с вами и прочее. Так, окей, поехали по очереди. По сути, я уже говорил, с утра 500, точнее 50 баксов, это пол, ну, практически где-то 80% пака или больше, нет, все-таки не меньше, меньше, чем большой пак на русском сервере. И вот эти все плюхи, которые я вам показал, мы получили. Так, пират нет, карточка. Сейчас позабираем дуэлянтик, две штучки, нафиг не нужен. Так, Lasher's Days, Games Bonus. Поехали сюда, заберем отсюда плюхи. Ну, это от последнего типа, от максимального. Надо было большой пак забирать сразу, не париться. Причем, ни хрена толком мы здесь, видите. Какого-то хрена выдает ошибку. Но именно выдает ошибку на определенные акции. Так, 9 шансов. Поехали. Сундучки. Ну, это все, я вам скажу так, ненужные итемы. Ну, вот это, в принципе, неплохая тема. Так, уже X2. Ну, нормально так выпало нам. 11 сразу же получили эти плюхи. 11 и потом сразу же 3. Так, есть. Нормально, плюс 15. И последняя тычка. Плюс 450. Так, у нас есть два итема. Сейчас гляну, что там у меня по рину делается. Надо на него скин или нет еще. Сейчас, по сути, в топах вся война идет. Да, на рину надо скины, отлично. По скинам, у кого больше скинов? Так, так. Тот имеет больше сил, то есть кто скины не продавал. Так, забираем рину. И еще раз забираем рину. Все, больше у нас попыток нету. Так, за вход поехали в хватайку, поиграем, посмотрим, что у нас по хватайке. Видите, все равно выскакивает эта ошибка. Так, 5 токенов, мега мега плюшки, спасибо IGG. Так, обычно тут через раз идет, по сути. Так, еще 5 токенов, они, короче, реально троллят нас. Мне бы еще 5 токенов, я думаю, мы их вытащим.
Я бы эссенцию забрал нормально. Отлично. Два раза эссенцию сейчас заберем, потому что ну, все остальные расходники бесполезные для меня. Даже самый верхний, максимальный. Здесь может пыльцу забрать. Хотя мне пыльца, по сути, сейчас не нужна таким многим топом, поэтому будем забирать реагента. Самое такое востребованное. Так, есть. Ваш РСД, аккумулейшн, неинтересно. План, проспектор. Ну все, там такие уже идут. Так, это рейды у нас. Забираем. Остальные плюхи, отлично. Что-то даже не подумал, что Рину отсюда можно достать. Еще надо будет... Вот, по-моему, Рину всех забрал уже. Такс. Поехали. Смотрим, что там у нас по плюшкам интересного есть. 33. Сундучка отсюда. На скитальца скинули. И скитальца уже, наверное, ни одного собрали. Так, окей. Поехали дальше. Поехали, пока скины подымем и покачаем. Вот уже три скитальца даже есть. Так, что у нас по скинам интересного? Так, одного скитальца докачали. Мэрик, Винваш. Надо будет еще, ну еще хватает кого докачивать. Ирина немножко, Ирина, наверное, на максималку не поднимется, не хватает. Видите, ему чуть-чуть не хватает, но это, в принципе, добьем потом. Так, и также у нас Ара, сегодня второй день. Лично Ару мы тоже уже докачали до максималки. Больше вроде скинул у меня здесь. Нет. Так, окей, поехали дальше, смотрим, что там у нас. Четыре четыреста пальцы. 1500. Ну, было бы больше, конечно, было бы около 2000. Такс. Я хотел посмотреть. Что у нас делается? 81. Значит, можно еще некоторых... героев подкачивать. Так, тут, в принципе, мне этого пока хватает. Я показывал Мэри вчера сборочку. Для чего она нужна в лабиринте? Она просто бесценна. Опа. Так, тут вроде все такие у меня с десятками уже сделаны. Будем с вами трэшевать. Докачивать остальных героев. Ну, я их докачиваю, я Ронина, в принципе. Без разницы, какой там талант, они чисто для силы. Может, когда-то будем еще тестировать. Это интересные таланты на них. Надо будет посмотреть. Так, еще один. Тоже такой уровень будет интересный. Еще, видите, хватает. Все. Так, с этим закончили. Ну, нормально прибавочку сделали. Прибавочка нормальная. Поехали дальше. Дальше у нас супер пэты. Так, ну тут понятно все. Надо кучу печенек. А, нормально, у нас реагента хватает. Делаем. Я надеюсь, не, в принципе, наверное, нам не хватит все-таки на максималку докачать на 35 левел. Думаю, вряд ли. Намного больше.
Так, и надо самого питомца ловить. Ну это, конечно, это просто жесть. Для бездона прокачать. Это какой-то, ребят, Unreal, наверное. 241,5 надо. Такс. Ну, обычные, не мутировавшие, их тоже дофигища здесь у меня уже. Так, супер пэт. А, тут еще надо как минимум 1004, наверное. Так, и надо добить. 5 раз следующего лавела, остальное потратим на ченьки. Так, обычная, мутировавшая. Все остальное можно на печеньки спустить, все равно нам их не хватит, думаю. Такс, есть. Вот видите, 255. С печеньками вообще печаль полная. Такс, а потом еще надо будет им таланты поднимать. Скиллы, точнее. Там тоже прилично по 245, но там надо дофига, их даже не качаю, по сути. Так, 182, 602. Итого у нас получилось за сегодня апнуть. Плюс 400 силы. В принципе, неплохо. В таком топе уже реально очень сложно под силу. Медленно она растет, но есть еще варианты какие. Сейчас, конечно, больше всего прирост это дают скины, поэтому приходится охотиться за скинами, смотреть, где есть халявные скины, по возможности их забирать. Потому что без этого в топе ты не продержишься никак. Вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.